Всем привет, друзья! Сегодня я вам впервые покажу на своем канале жиросжигающую мощную тренировку. Если вы не хотите пропустить интересные моменты, которые были за кадром, то подписывайтесь на инстаграм Archo Morris. Там будут в историях офигенные штуки. Увидимся на турнике и брусья. Итак, друзья, будет челночный бег. Первое упражнение, второе упражнение – это бёрпи. Третье упражнение – это приседание с выпрыгом. И четвертое – это запрыгивание на поверхность. Будет всего три круга таких. Три. Поехали. В чем заключается прикол челночного бега? Мы на всей скорости бежим туда, вот отсюда, с этой точки, бежим туда на максимум просто. Потом возвращаемся оттуда, вот так, то есть отдыхаем. И потом, когда сюда прибегаем тихо, бежим опять на всей скорости туда. И так 5 раз. Во всех упражнениях у нас будет по 5 раз. 5 повторений. Полетели. Полетел-то, итак, сделано, теперь отдыхаю, пока пацаны будут бегать. И потом еще два круга. Так, следующий Слава начинает. Раз, два, три, погнал. Кардио тоже надо не забывать делать. Теперь приседания с выпрыгом. Бегом, 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 бегом. Че, расскажи ощущения. О, блять, это пиздец. Ну что, готов? Раз, два, три. Отлично. Хорошее начало. Давай, бёрпи теперь. Рассказывай ощущения. Устал, да? Да. Ребят, все пробуем. Мощная тренировка. У нас еще два круга, короче, осталось. Но мы это уже снимать не будем, потому что длинный ролик получится. Мы еще сейчас пойдем бомбить на турнике. Ну вот, футболка Gymshark в говне.
Отлично вообще. Испытание на прочность. Да. Итак, друзья, мы переходим к следующему кардио. Это уже будет на турнике. Сначала у нас делается 3 отжимания, потом 3 подтягивания. Или наоборот, я думаю, 3 подтягивания, 3 отжимания будет. Итак, делаем 4 круга. То есть без передышки вообще. Полетели. Не активничайте так, что энергии не останется. Немножко отдыхаем и через время снова делаем такое же. И это нужно делать сразу же после того, как мы побегали. Блин, башка кружится. Отдыхаем, давление поднялось. Это херово, мне не допрыгнуть. Ну как, штырило? Ага. Нормально. Последний подход качественно вообще. Следующий на подходе. Ну нормально, и вот таких надо 3 круга сделать. Итак, эта тренировка рассчитана именно на то, чтобы вы потели, не на то, чтобы нарастить мышечную массу, как вы поняли, а на то, чтобы у вас просто максимально сильно шел пот. Делайте по 3 круга беговых, потом силовых, и вы похудеете за месяц, даю вам месяц. Итак, друзья, после всех кардио сейчас мы обмоем наш турник новый, потянемся на максимум, кто сколько может. Take me for a runaway. I guess I'm a little torn. My life is on the highway. My song's on the radio. Сколько у кого? Мне, по-моему, близко к 10, по-моему. 15, у тебя сколько? Где-то близко к 10. У меня 21. Нормально. Но это учитывая, что после кардио гораздо меньше получается. Итак, друзья, это был отличный кардио-день. Теперь мы не будем делать кардио в течение 5 лет последующих, потому что эктоморфы не делают кардио, у них и так жира нету. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, повторяйте наши упражнения, которые мы делали. И увидимся в следующем выпуске. Пока! It's a good